Чуваши отметила 99-летие со дня образования. Главным деловым событием праздничного марафона стала выставка «Регионы сотрудничества без границ». Ее участники расширяют торговые связи. В эти дни у павильонов было многолюдно. Что привлекало посетителей, расскажет Дмитрий Ковалев. Парадокс, но даже в 30-градусную жару спросом пользуются пуховые платки из Оренбурга. На них нет сезона, их берут всегда. И тепло, и холодно, и средняя погода. Они очень комфортные, они очень удобные, очень. И общение нам важно, и, естественно, продажи. Жаркая погода работала на руку производителям мороженого. Юных посетителей выставки освежающим лакомством угощал глава региона. Как зовут тебя? К слову, мороженое на выставке готовили, не отходя от шатров. Большинство экспонентов на выставке презентуют новинки. Вот и на стенде чувашского книжного издательства оригинальные сувенирные наборы. Даже поэму «Нарспи» теперь можно не только прочитать, но и послушать на диске. Совместно с Чувашским государственным художественным музеем этот проект реализован, потому что они нам предоставили репродукции картин известных художников. Это первый пилотный, можно сказать, проект. Дальше мы можем эту сувенирную продукцию делать по заказу. Символика республики и города становится двигателем продаж, отметил глава региона. Мы подготовили экземпляры пробные, потому что вы увидели, что так можно сделать. Они уже на продажу пойдут. Бизнес. 26-я по счету выставка «Регионы сотрудничества без границ» продолжает расширять географию. В этом году среди участников более 100 предприятий. Экспозиции не только в шатрах. Производители машин заняли всю Красную площадь. Из Татарстана новые модели КАМАЗов. Высота это с чем связана? Чтобы обмен воздух больше был, соответственно? Нет, для того, чтобы более... Именно вот автомобили, которые на более дальнее расстояние, у них специальный объем кабины больше, чтобы водитель перемещался с рабочего места до спальника практически полный рост. Пока предприниматели налаживали взаимовыгодные контакты, горожане изучали историю Чебоксар и обсуждали стратегию развития столицы. Это одна из площадок выставки. Глава региона отметил, что инициативы жителей возьмут на учет. Оставить своим детям потенциал, и чтобы они дальше развивали, строили город, строили Чувашию и нашу любимую Российскую Федерацию. Поэтому я рад вас приветствовать за такой ответственный подход, за ваши патриотические чувства. Спасибо. Очень красивый у нас город, Михаил Васильевич, и он год от года краше и краше. Спасибо большое. Спасибо, низкий вам поклон. Горожан в эти дни баловали и национальными блюдами. Участники выставки претендуют на рекорд России в приготовлении самого большого хуплу. Хлебопеки поработали на славу. Длина пирога 30 метров, вес более 300 килограммов. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Валерий Лизюков. Республика.